Итак, семинар «Как наладить поток регистрации в команду». С вами буду я, Лилия Донскова. Постараемся уложиться за полчаса, потому что, в принципе, эта тема очень простая. Итак, приступим. Скажите, пожалуйста, у кого есть проблемы с регистрациями, что у вас вот ежедневно нету одной регистрации? Поставьте, пожалуйста, минусы, у кого не получается, и плюсики, у кого получается. То есть, кто легко знает, что он сел и обязательно встретит одного человека на регистрацию, то у него будет она гарантированная. Я так и знала, что вы поставите минусы. Давайте разберемся, в чем же дело. Я вас попрошу быть активными, потому что эта тема, она очень животрепещущая. Дело в том, что в нашем бизнесе можно построить успешную свою команду, собрать только при наличии мощного потока людей в команду. Если потока нет, то, соответственно, не будет ключевых партнеров и не будет людей, каких, которые формируют товарооборот, как потребители и продавцы. Что вам нужно, с чего начать? Я сейчас говорю со всеми, начиная с уровня новичок. Первое – это будьте жадными до знаний. Дело в том, что зачастую бывает такое, люди мне говорят: «Ой, у меня спонсор, мне не помогает, ничего мне не делает, он не такой, я хочу, чтобы ты была спонсором». Мне пишут люди из других команд, просятся в нашу команду люди, которые зарегистрированы у директоров, которых я хорошо знаю. И я знаю, что эти люди очень ответственные, они любят свое дело, и не просто они, да, как бы номинально являются директорами, а они действительно создали себя, и они очень ярко проявляются. Когда я начинаю общаться с такими людьми, то выясняется, что у них реально просто нет времени. Я спрашиваю: а что ты делаешь, а сколько времени ты тратишь? И мне пишут: ну, у меня нет времени, я на работе целый день. Я говорю: а зачем ты просишься ко мне в команду? Ты же все равно будешь, у тебя также останется работа на целый день. Ничего не изменится. У тебя прекрасный спонсор, и в вашей команде есть система обучения, которую я видела изнутри, и ты можешь ее взять и начать учиться. Ребят, есть такая мудрость древняя: когда ученик готов, появляется учитель. То есть первое, что вы должны сделать, это быть готовым стать первоклассником. Сесть за парту и начать досконально изучать этот бизнес. Так как вы когда-то учились писать и считать, циферки складывать, слоги складывать, то же самое сейчас вы должны проделать. И для этого вам поможет, в этом вам поможет наша бизнес-школа. Вы знаете, школа не может вместить в себя абсолютно все. Но она дает достаточно базовых знаний для того, чтобы разобраться, заложить хороший, качественный фундамент и стартануть вперед. Как нужно проходить школу? Внимательно изучать каждое видео и сразу практиковать. Не нужно ждать, когда вы дойдете до конца школы. Вы должны взять первый урок и проработать его. Ребят, здесь не важно сделать быстро. Вы, может быть, школу будете проходить не неделю, а 2 недели или 3. Это не играет роли. Играет роль то, с какими знаниями вы оттуда выйдете. Вот скажите честно, кто из вас прошел школу и можете себе прям поставить 5? То, что вы знаете все абсолютно. Просто недавно были такие ситуации, что я сделала запуск людей после школы, они начинали сразу, выходили в рекрутинг, и буквально получив первую регистрацию, они меня тут же спрашивали: а как регистрировать? А куда заходить? А что писать новичку? А что ей отправлять? А куда мне ее направлять? Ребят, это все было в школе. Эти азы, они там есть. По крайней мере, вы должны знать, где найти эту информацию. И то, что вы прошли в школу, это не значит, что вы больше туда не можете вернуться. У вас есть доступ, есть пароль, и вы всегда можете открыть. Я, например, знаю, что все, что касается новичков, это 6-й урок. Как зарегистрировать, что ему отправить, какое видео, как активировать личный кабинет и так далее. То есть там есть тексты, которые нужно просто копировать и отправлять людям. Для меня это 6-й урок. Я знаю, если я что-то забыла, я открою 6-й урок, и я оттуда все возьму. Следующее.
Ребят, всю информацию вы можете брать с канала YouTube. Очень многие из вас занятые люди, у кого-то детки маленькие, которые не дают возможности вот так вот зайти вовремя на презентацию, на семинар, на планерку, но вы это можете все смотреть в записи. Благо, сейчас такое время открытости, когда лидеры отдают все. Когда мы начинали, во-первых, еще никто не работал в интернете, только да, несколько человек начинали развиваться. Во-вторых, закрывали все. То есть не все видео были под замочками, и можно было посмотреть его только, если вам дали прямую ссылку. Сейчас открыто все, прям за главными буквами, прям вот вам кричу, все доступно абсолютно. Как нужно работать с каналом YouTube? Ну, например, вы, пройдя бизнес-школу, определились, что вы хотите работать в Одноклассниках или ВКонтакте. Любой метод вы взяли, или Инстаграм. Вы заходите на канал YouTube и пишете запрос «Рекрутинг в Одноклассниках». Вам открывается несколько сотен видео разных спикеров, но наверху будут самые популярные свежие видео, которые действительно сейчас актуальны. А дело в том, что интернет — это такая штука, когда тут все меняется. Кто вот заметил, что вы пришли, например, может быть, там 3 месяца назад, 4, а сейчас уже тот метод, с которого вы начинали, он уже не работает. Например, в Инстаграме буквально полгода назад работали комментариями. Комментариями сотнями, да, закидывали под фотки. Сейчас этим методом никто не работает. Он неэффективен уже. Засыпали, да, заспамили все фотки. А сейчас работают подписками. Или в директ пишут людям. ВКонтакте то же самое. Когда только открыли метод, когда в новостной ленте можно было писать, да, у всех поперли регистрации по 3-4 в день. Сейчас стало таких много людей, потому что видео смотрят, многие уже знают этот метод, и уже нет такого потока. Ребят, вы никогда не должны в интернете привыкать к чему-то. Это запрещено. Потому что если вы к чему-то привыкли, привязались, прилипли к одному методу, то для вас закрыто все новое. А здесь постоянно все новое. Кто согласен со мной? Поставьте пятерочки. Каждый день какие-то новые открытия, новые мульки, новые фишки, модераторы что-то придумывают, чтобы нас блокировать. Поэтому нельзя зацепляться за что-то одно. Вы должны понять принципы. Принцип создания страниц, принцип наполнения, принцип брендирования. Потому что это будет всегда актуально. Если вы знаете принципы, то вы сможете, это как скелет, то вы сможете нарастить массу, мясо, да, так говорят в спорте. Главное, чтобы скелет был, а мясо, да, мышцы мы нарастим. То же самое здесь. Если вы понимаете принципы, то вы сможете все. Все остальное вы найдете в книгах, на канале YouTube, в свежих роликах у лидеров, в свежих вебинарах, которые... Благо, сейчас есть. Компания ведет для нас вебинары. Нас приглашают разные команды, то есть у всех открытые, да, посещения, выкладывают свое расписание. Ребят, приходите, учитесь. Знаете, сейчас все идет из позиции отдавания. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. И вы знаете, на кого-то из вас, может быть, я не могу достучаться. На кого-то из вас я не влияю так, как повлияет, например, Оля Полякова. Или Алена Родионова, или Яна Бельская, или Джамиля Горбатка. Вы должны найти своих спикеров, которые вас мотивируют, вдохновляют и зажигают, и от которых после просмотра их видео вы просто чувствуете себя мощными. Вам надо найти своих кумиров, можно так сказать, на кого вы будете равняться. Всегда смотрите на людей, у которых есть результаты. Если есть результат, если есть рост, если есть потенциал в команде, то значит, у них надо учиться. Понятно? Если люди не растут, не действуют, не рекрутируют, да, у них нет результатов, то вы у них, в принципе, ничему не научитесь. Все меня услышали? Поставьте восклицательные знаки. На YouTube много информации. Смотрите. Читайте, выбирайте метод и бейте в одну точку. Найдите, ищите постоянные новые какие-то фишки, мульки, которые в этом методе помогут вам быть эффективными. Ребят, если вы работаете и делаете все правильно, но нет результата, посмотрите, что-то идет не так.
Созвонитесь со спонсором, скажите, я делаю 5000 подписок в Инстаграм каждый день, но у меня нету откликов, мне никто не пишет, мне не ставят плюсики, отклика нету. Я уже 2 недели или 3 ставлю эти 5000 подписок, делаю, но ноль результата. Ребят, причины могут быть разные, нужно смотреть. Все очень индивидуально. Самое сложное бывает, да, до чего сложнее всего докопаться, это причина в мозгах. Эта причина может сидеть где-то глубоко, да, это неверие, это недоверие, неверие, апатия, да, там скептицизм, который есть, да, во многих людях. Ребят, но с этим вы можете поработать только сами. Только вы сами можете себя сотворить. Потому что нет ни одного человека, который может сделать вас счастливым или несчастным. Вы только сами выбираете, быть счастливым или несчастным, как интерпретировать каждую ситуацию, падать в обморок или говорить: «Ха, ништяк, классный опыт». Потому что и плохие ситуации по-разному влияют на людей. Кто-то падает духом, опускает руки и сливается, а кто-то говорит: «Ого, круто, вот это опыт». Поэтому выбирайте себе стратегию поведения в жизни, такую, которая ведет вас к успеху, а не ту, которая ведет вас в болото. Посещайте все семинары от проекта и компании. Почему это важно? Потому что только прокачиваясь постоянно, да, смотря новых спикеров, видя, что эта махина работает и приносит мощные результаты, только так вы сможете развиваться. Потому что мы не сидим с вами все в одном офисе. Вы не видите наши, да, глаза. Я даже сейчас не, без видеопотока провожу. Ребят, но несмотря на то, что мы не сидим в одном офисе, не видим результаты друг друга, которые, да, нас хвост наступают, мотивируют, да, или злят кого-то. Но вы можете видеть эти результаты, если будете заходить на планерки филиала. Будете видеть, сколько людей, каждый каталог выходит на новые процентные уровни и мощные уровни по карьерной лестнице, начиная с директора и выше. И тогда вы будете видеть, что этот бизнес растет. Смотрите ролики с конференций и с банкетов. Ребят, но ведь это реальные люди. Это ведь не приглашенные артисты, которые выходят с чеками по 6, по 8, по 10, по 24 тысячи долларов. Это реальные люди, такие же, как и вы. Многие из них начинали из позиции нищеты. Многие начинали с позиции любопытства. Кто-то начинал с позиции: у меня все хорошо, я хочу еще лучше. У каждого свой путь к успеху. Самое важное, что объединяет всех этих людей, что они поверили в эту индустрию, в себя и начали просто делать. Ребята, просто пахать. И вот эта картинка очень крутая. Она объясняет то, что нельзя ждать мгновенного результата. И может быть, вы бросаете руки и разворачиваетесь буквально в одном миллиметре от успеха. И может быть, следующее сообщение, которое вы должны были бы отправить, но вдруг сказали: все, я сдаюсь. Может быть, этот человек и был бы вашим партнером, золотым корабликом, который бы помог вам вырастить крылья и лететь к успеху на самой высокой скорости. Ребята, не бойтесь ошибаться. Вот это самая огромная ошибка, когда люди боятся ошибиться. Как это происходит в жизни? Ой, спонсор, ну проведи, пожалуйста, еще разочек для меня скайп-собеседование, там, или позвони моему новичку, от моего новичка новичку. Короче, я еще раз послушаю. Ну, пожалуйста, я так боюсь. А вдруг я спугну человека? А вдруг это золотой ключик? Вот этот страх ошибиться, что я сделаю что-то не так, он многих парализует и тормозит на многие-многие месяцы и даже годы. Ребята, не бойтесь ошибаться. Делайте так, как вы можете. Люди не знают, как должно быть. Но постоянно доводите себя до совершенства, постоянно отрабатывайте мастерство. Учитесь владеть голосом, интонацией, собой, разговором. Если вы звоните, да, как говорят, кто заказывает музыку, кто платит, тот и музыку заказывает. То же самое здесь. Если вы звоните человеку, вы работодатель, говорите, главное, уверенно. Вот это очень важно. Не важно, что вы скажете, важно, как вы это скажете. По статистике, я вам забыла колесико поставить,
Вот смотрите, из всего процентного соотношения разговора на слова люди реагируют всего на 7%. На сами слова, на содержание. А большую часть процентов, почти 50, на интонацию, голос. И если человек вас видит, то еще почти столько же уходит на жесты, ваше выражение лица и вашу позицию. То есть как вы держитесь, как вы стоите, это ваша осанка, ваши руки, жесты, ваше лицо, какое оно, как оно передает. Вы знаете, иногда люди смеются, а глаза грустные-грустные, и все, и не смешно, правда? Так вот, а иногда люди не смеются, но глаза все сияют, и видно, что изнутри улыбка светит просто, аж до мурашек, аж обжигает. Думаешь, Господи, какой же позитивный солнечный человек. И это искренность. Так вот, учитесь быть артистами, но искренними. Потому что, вы знаете, ребят, тренировка – это самое золотое в нашем бизнесе. Поэтому прямо сегодня, даже если вам страшно, начинайте звонить, говорить, писать от себя тексты, ставить свои посты. Да, поначалу мы все пользуемся копированными постами. Все, ребят, потому что пока нет опыта и понимания, как сделать, еще не соединилось вот это вот все чакры, да, когда вы все в едином целом понимаете, что это дело вашей жизни, что оно вам принесет мощный результат. Сначала пользуемся все копированными, потом начинаете писать. Одно предложение написали. Классно. На следующий день уже два, потом три. Потом вы научитесь писать очень интересные тексты. И это будет очень для вас огромным открытием. То, что в вас есть все. Ребят, в каждом человеке есть все абсолютно. Люди родились лидерами. Посмотрите на детей. Все дети лидеры. А потом, да, мы же сами взрослые гасим это лидерство, да, запретами. Не трогай, не ходи, нельзя, упадешь, не беги, опасно. Да, то есть мы человека начинаем маленького ограничивать и лепить из него свой дубликат, чтобы он вырос и тоже всего боялся и никуда не двигался. Но лидер внутри все равно есть, и кому-то удается его раскопать, а кому-то нет. Кто-то хочет и ищет себе учителя, наставника, который поможет увидеть свой путь и свое направление. А кто-то даже не задумывается об этом и живет по наитию. Ну, как есть, так жили мои мама, папа, бабушки, дедушки, и я так проживу, и дети мои пусть так живут. Ребят, двигайтесь вперед. Неважно, сколько вам лет, неважно, где вы живете, неважно, кто вы по профессии, важно ваши мечты. Раскопайте их. Откройте себя мощного. Ребят, сейчас будет слайд. Прямо вот от себя написала, следующий будет слайд. И вы все поймете. Нарабатывайте опыт. Как это делать? Просто делайте каждый день, не пропуская. Ведите статистику действий. Полностью, в полную статистику, сколько вы делаете, засекайте время и анализируйте, где вы эффективны, а где нет. Это маленький пример. Я не знаю, что вы делаете в течение дня, но, например, если вы сели работать, первое, что вы делаете, это обновление постов. То есть два раза в день желательно делать, два, три, четыре раза в день коротенькие посты скидывать в ленту. Разной наполненности, как мы учим в уроке по брендированию. 30% о себе, о семье, 30% это хобби, увлечение, наше путешествие, театр, там, кино, где вы бываете. И 30% это развитие, бизнес, брендирование команды, да, продвижение нашего проекта, продвижение себя, если уже есть результаты. И смотрите, каждый день вы пишете, сколько вы сделали и сколько вы на это потратили время. Далее, если вы ставите лайки, например, поставили план себе 1000 лайков там ВКонтакте, например, поставить, пишите, сколько вы сделали по факту и сколько на это ушло времени. Добавление в друзья по факту, сколько времени и так далее. То есть у вас вот это все должно быть четко. Четко прописано, и у вас должно быть понимание, а сколько я времени могу тратить на рекрутинг, или мне нужно тратить на рекрутинг, вот на это все, да, все действия, которые мы делаем, на раскрутку группы и так далее, кто каким методом работает. Сколько мне нужно времени, чтобы получить одну регистрацию в день, как минимум, лично. Ребят, здесь все понятно.
Только вот этот анализ может вас привести к результату. Вы должны знать цифры, сколько нужно делать. Это есть в каждом ролике, когда говорим о методах работы. Объясняем, что если вы хотите получить одну регистрацию в день с контакта, то вам нужно сделать то-то, то-то, то-то. Если с одноклассников, то-то, то-то, то-то. И так далее. Если вы эти цифры знаете и делаете, то вы должны зафиксировать, сколько вам на это нужно времени. И, может быть, у вас и меньше нужно делать количество действий, чтобы получить одну регистрацию. Если ваша страничка интересно оформлена, она прокачана, она брендовая, от нее глаз не оторвешь, результат будет один. Если ваша страничка постная, неинтересная, и в ней в ленте только все о бизнесе, о бизнесе и о бизнесе, это неинтересно, люди сливаются. Сейчас люди идут на личность. Очень много предложений, поэтому люди идут на личность. Создавайте себя каждый день, и вы увидите, как пойдет поток людей в команду. Даже без таких напрягов, как в начале. Все меня услышали? Поставьте плюсики. То есть для чего нужно это? Статистику ведете, анализируете, делаете выводы и выстраиваете свой план дня, потому что план дня у каждого разный. Сделайте свой план. Только ты сама лично, ты сам лично можешь себя дисциплинировать. Ребята, никому на всем белом свете нет дела до ваших проблем и желаний. Всем пофигу, ребят, понимаете? Только вам есть дело до того, как вы живете, что вы кушаете, где вы одеваетесь, что вы покупаете, куда вы ездите. И если вам ваша жизнь сейчас не нравится, вы хотите что-то изменить, то только вы сами можете это изменить. Только вы сами. Дисциплина – это решение делать то, чего очень не хочется. Правда ведь? Ну согласитесь, как это лень сидеть делать одну и ту же рассылку, жать на клавиши. Но, ребята, но если чего-то очень не хочется, да, чтобы достичь то, чего очень сильно хочется, нужно делать то, чего сильно не хочется. Или по-простому, как я всегда говорю, если ты хочешь иметь то, чего у тебя никогда еще не было, то ты должен начать делать то, чего ты раньше не делал. То, что да, оно сложно, оно непривычно. Ответственность, да, мы все время про это говорим. Возьми на себя ответственность. Мне когда раньше это говорили, я говорю, господи, ну как это? Научись планировать. Я не понимала, ну как я могу это запланировать? Мне надо там все успевать, на это время не остается. Научись слушать, научись анализировать. Господи, как же это все сложно, кто это все придумал? Ребят, на самом деле это не сложно. Если начать делать и разбираться, то это становится очередной привычкой и умение планировать, для чего оно нужно. Вот для меня это было всегда самым сложным. Оно и сейчас-то, я могу сказать, не самое простое, но если вы освоите умение планировать свою жизнь, свое время, свои действия, вы заметите, как начнет все меняться. И вы знаете, день у всех одинаковый. Люди утром просыпаются, да? Идут куда? В ванную, завтракают и бегут за компьютер. Вот что вы тут делаете? У всех результат разный. Почему? Ну, потому что у кого-то есть план и понимание, что нужно делать, для чего я села за компьютер. А кто-то перед компьютером просто сливает время, проглядывая ролики, да, смотрит, учится. А когда спрашивают, ну что, у тебя сколько регистраций за каталог? Нисколько. А почему? Ну я же училась, я смотрела ролики. Так круто, слушай, надо браться. Не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Рекрутинг вы должны начинать делать с первого дня работы в проекте. Вы уже можете звать, да, подруг, друзей своих. В первом уроке у нас есть четкая инструкция, как пригласить знакомого на созвон со спонсором. Берите, делайте. Далее опять все обедают. Ребят, ну скажите, кто не обедает? Вряд ли, ну бывает пропускают. Потом опять бегут за компьютер. Потом ужинают, да, потом какое-то время с семьей опять в ванну, в душ и в постельку. То есть у всех дни примерно одинаковые. Но почему? У одних людей счет в швейцарском банке, а у других не хватает оплатить за кредит. В чем дело, ребят, как вы думаете? А все просто. По мировой статистике
Успешные люди, которых, да, 3% вот самых богатых, успешных людей, у них вся жизнь прописана, у них все спланировано, все абсолютно, ребят. Они знают наперед на несколько лет, где они будут, куда они пойдут, с кем они будут встречаться. Конечно, не до мелочей, но видение, понимание будущего четкое, и они к этому идут каждый день. Все меня услышали? Скажите, пожалуйста, у кого появилось желание начать учиться планировать? Да, по-малому можно начать, с маленьких. На день запланировать сначала, потом на 2 дня. Потом вдруг вы замахнетесь на недельку, потом на каталог, а потом вдруг на 2. Скажете, так, в этом мы выйдем на 9, а в следующем вот эту картину, вот этого человека я выведу на 6, а этого тоже на 9, и почти что приблизимся к двенашке. А в следующем каталоге мы стартанем на 15, потому что этот выйдет уже на 9, а этот на 12 подтянется. Вы научитесь, ребят, начните с первого дня. Не надо сразу садиться и планировать 5 лет или 50 лет своей жизни. Не надо. Если вы раньше этого не делали, то зачем так себя ломать? Просто, да, ваш организм, ваш мозг придумает что-то, чтобы это не делать. Или болезнь какую-то призовет на помощь, не дай бог. Все что угодно может случиться, да. Ваше эго, оно придумает все что угодно, лишь бы вы не трогали его зону комфорта. Поэтому обманывайте. Обманывайте потихонечку, маленьким. Вы с ним договариваетесь. Сегодня мы только сегодня сделаем... Немножечко с тобой прям. Вот мы сегодня запланируем хотя бы начать вести статистику. Мы сегодня прям будем все по времени, все по времени. Вот прям сажусь делать рассылку, засекла, записала время, сделала, заметила, сколько у меня ушло, что я вот 100 рассылок сделала за 5 минут. Хо, прикольно, за 5 минут 100, за 10 200, а за час 1200. И вы офигеете, как много вы можете успевать делать. И тогда вам уже будет проще планировать все остальное. Все меня услышали? Это очень, ребят, просто на самом деле. Главное, чтобы у вас было понимание, для чего вы это делаете. Если вас все устраивает, то, может, и не надо. А если вас хоть что-то не устраивает, то берите и делайте прямо сегодня. Внимание! Нет никаких противопоказаний, ни медицинских, да, ни человеческих, к тому, чтобы быть миллионером. Кто сейчас улыбнулся, ребят? Никаких противопоказаний, абсолютно. Вы можете быть миллионерами все и миллиардером, Маш. Абсолютно никаких противопоказаний. Это очень круто быть богатым человеком, потому что вы сможете решать очень многие вопросы уже на более высоком уровне. Вы уже сможете помогать другим людям. Вы сможете обеспечивать себе, своей семье будущее, свободу. Не только будущее. Настоящее. Не в мечтах, да, быть где-то там в шикарных местах. А сейчас в настоящем приняли решение, сели и поехали. Захотели, купили, захотели, подарили. Понимаете, это очень круто быть богатым человеком, когда у вас нет застоя вот этого, что нечем платить, негде взять, нечего дать людям. Это очень печальная ситуация. Поэтому вперед, становитесь миллионерами и помните, что активность и позитивный настрой приведет вас к успеху. И обязательно ценность в себе. Помните, что вы родились лидерами, и вы никому не обязаны, вы никому еще не обещали, я так думаю, прожить эту жизнь в нищете и даже ничего не предпринять для того, чтобы стать успешным и богатым человеком. Вы можете все. Я в вас верю. И я уверена, что тот человек, который хотя бы заглянул за занавес сетевого маркетинга, он уже должен понять, что он может стать успешным. Он должен понять, что он уже особенный человек, потому что он ступил на тропу, когда ты меняешься. А меняясь сами, мы меняем все вокруг. Ребят, спасибо вам огромное за внимание. Напишите, пожалуйста, что для вас сегодня было полезное. И я уверена, если вы все вот это сделаете,
то, о чем мы сегодня говорили, если вы будете вдумчиво, внимательно покорять вот эту нишу знаний, себя покорять, да, покорять свое эго, выстраивать свою жизнь, вы достигнете огромного успеха, и в вашу команду будет заходить даже не один и не два человека, а просто поток людей, классных людей. Запись должна быть. Сделаем. Спасибо всем. Отличного, продуктивного дня. Люба, с днем рождения тебя, красотка, очаровательная мамочка двоих деток. Спасибо тебе огромное за твой позитив и вклад в команду, который ты делаешь. Потому что ты очень удивительная и просто потрясающая. И я знаю, что ты можешь показать нам всем, как мамочка в декрете может стать успешным миллионером. Спасибо всем за внимание. До встречи в чатах.